Доброго времени суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси. И сегодня мы рассмотрим игру под названием Хоба. Это бродяга. Бродяга, нелегкая жизнь. По-нашему, это просто симулятор бомжа. Наверное, так. Ну, без определенного места жительства человека. Начинаем. Значит, игра, кстати, вышла 16 апреля 2021 года. То есть, вот совсем недавно, свеженькая. Это РПГ, приключения. Ну, мы выбираем вот такого бомжа. Самый обыкновенный бомж, как и многие тысячи ему подобных, он не строит иллюзий насчет своего будущего. День прожит, и ладно, дожить бы до завтра. Не имеет ни существенных преимуществ, ни недостатков. Вот то, что нам нужно. Так, создаем игру, создаем новый мир. Максимум игроков 4, новый мир. Ну, понятно, что мы будем играть одни, потому что это... Как вы понимаете, не официальная версия, а найдена на моем любимом магазине, на торренте, если быть точным. Итак, мы появились, значит, 20 копеечек у нас, 15 градусов тепла. Так, костер. Это то, что у нас есть, как я понимаю, да? Дырявая рубашка. Ну, в костре мы пока палить ничего не будем. Так, бесполезный хлам, материал, старые тряпки. Все это заберем. В общем, как я понял, нужно бомжевать или выживать, я не знаю. А давайте туда, наверное... А, ну это греться будем вечером, я так думаю. Так, здесь больше ничего интересного нету. Что по геймплею? У нас есть карта. Почему болит голова? У вас невыносимо болит голова. Вы чувствуете себя так, как будто проспали не меньше двух веков. Не понимаете, где находитесь и не можете вспомнить даже собственное имя. Рядом с вами есть какой-то человек. Попробуйте его расспросить. Так, услуги. Ничего пока разное. Торговый центр, паб, свалка, врач, церковь. Боже, тут куча всего. Персонажи. Пока ничего нету. Задание, в общем, нам нужно найти человека, который нам объяснит, что же с нами произошло и почему у нас так болит голова. Слушайте, прикольно, конечно. Я не знаю, как это описать. Напомню, я в нее не играл. Это ж в этом как бы и все преимущество и прелесть в рубрике геймплей Let's Play. То, что я запускаю вот первый раз при вас вместе с вами. Будем смотреть. Так. Человека я пока не вижу, но я вижу ящик. Старые тряпки, хлам. Берем, потому что думаю, потом костер, я так предполагаю, нужно будет полить, чтобы не замерзнуть ночью. Так, тут что-то есть интересное? Нет. 20 копеек. Мы можем прыгать, мы можем присесть, уже хорошо. Вы видите человека? Вот то может. Нет, но там его тоже нету. В общем, давайте искать. Машина разбитая. Так, что здесь? Так, требуется умение грабитель помоек. Вот это пустая бутылка. О, ее сдадим, получим копеечку. Здесь тоже ничего такого нету. Ладно, идем дальше. Угу. Так, здесь что? Хлам, хлам. Я не знаю, зачем этот хлам собираю, может потом... О, суперклей и изолента. Отлично. Что-то потом можно будет, наверное, смастерить. Это что? Доски. Будем строить свой дом. Гвозди, хлам. Доски. О, украсть. Это чье-то хранилище. Бомжи. Еще одни. Так. Мака. Что ты здесь делаешь? Тебе что задвело? Не гомонись, братуха. Что ты здесь делаешь? Понятно. Короче, с ним разговора не получится построить. Что здесь делаешь? Ясно. Короче, в общем, они не хотят с нами разговаривать.
агрессивные какие-то. Ну, у них тут такая халабуда неплохая, слушайте. Очень даже. Походить-то тут можно у них. Драться они не будут. Кстати, а драться тут не могу. Войти. Дырявая лачуга, гнойный. Говорить. Есть кто дома? Чё тебе? Ни хрена не дам, катись отсюда. А чем так вкусно пахнет? Отвали, я ничего не готовлю. А запах говорит об обратном. Какой запах? Это от тебя запах. Брысь отсюда, блин. Окей. Хорошо, уйдем. У нас есть какое-то уже новое заданица. Так, инвентарь. Почему праздный пир? Гнойный не любит чужаков. Попробуйте узнать, как найти к нему подход. Кстати, давайте... это мы тут, а нам надо сюда, чтобы узнать, почему болит голова. В общем, нужно будет потом найти подход к гнойному, чтобы попасть на вкусный пир. Что, здесь можно порыться? О, веревка. Всегда можно использовать и закончить. Ух ты. Так, отмычка. Так, а как она работает? Кью для успеха. Может, как надо крутить? Не могу понять, чем крутить. А, все, я узнавал. Походу. Украсть. Не могу, короче, пока тут ничего украсть. Не понял, как оно работает. Что-то я ни обучения, ничего нема. Открыть. Взять все. Гвозди нам пригодятся, я так думаю. Ну, привет. Дакс, привет, дружище. Мы не друзья. Мы товарищи по несчастью. Ну, может быть, чуть тебе надо. Может, поторгуем? Пойдет. Так, слушай, там в трещобах есть один чувак. Это который все про свинину толдычит. Ну, вроде да. Так это гнойный. Он раньше мясником был. И у него, в общем, кукушка слегка поехала. Но пахнет там вкусно. Ну да, он помешан на готовке. Если хочешь с ним подружиться, притащи ему каких-нибудь продуктов. Например. Ну, блин, даже не знаю. Может, мясо какого-то крутого. Один мой приятель как-то разжился там в отеле «Президент». Через черный ход, естественно. Все, так, обмен. Что у тебя есть? Продавать нечего. А у него, смотрите, курево. Автокресло. Это в хижину. Это оборудование в хижину. Потом будем хижину строить. Так, все, пока. Собачка. Интересно, настоящая? Учиться. Что ты хочешь узнать? Поговорим о замках. А ровно надо один. Либо за доверие 20, а у нас доверие с ним 10. Понятно. Так, все ясно. Хорошо. Давайте вернемся. Праздничный. Вот. Болит голова. Давайте с головой сначала разберемся, пожалуй. Потом можно было бы отправиться в отель, конечно. Чего она перепрыгивает? Вот так. Можно было бы, конечно, отправиться в отель и своровать немножко мяса. Так, ну я на месте. А где этот человек, который находится рядом со мной? Я его здесь не вижу, если честно. Ну вот, мы на месте. Где он? Где человек? А где бабуля? О, это что? Грабитель помоек. Так. У вас, попробовать его, рядом с вами есть какой-то человек. Ребят, если вы здесь видите какого-то человека, а я его в упор не вижу, напишите мне в комментариях. Возможно, я уже реально долблюсь в глаза. Так, это же схрон мой, да, это мое хранилище. Я хочу сюда положить, как-то можно? Как-то можно мне это через инвентарь, к примеру? Настроение, сытость... Тепло, сухость, опьянение, отравление. В общем, тут куча параметров. Общение, попрошайность, торговля, кража, копание в помойках, ремесло. Ну-ка, прервать. Следить. Может, оно не так что-то настроено? Да нет, все так. Человека все равно здесь не вижу. Может, он где-то сверху? Где-то там? Давайте еще раз посмотрим внимательно. Ну, такая прикольная РПГ-шечка, мне нравится. Не напрягающая, по крайней мере, пока. Так, ну тут тоже никого нету. А здесь, может, он где-то тут в хижине, в моей. А, вот он, блин.
Так, Майнцер. Эй, чувак. Я не чувак, я Майснер. Зовут меня так. Ладно, Майснер, нашло что-нибудь интересное. Ну да, вон тряпки, доски для хижины пригодятся. Ага, ничего ты тут отельничек отгрохал. Отельчик, точнее. К зиме готовишься? Ну да. Говорят, она будет суровой, без хижины верная смерть. Эй, чувак, Майснер, а ты не знаешь, как я сюда попал? Вообще нифига не помню. Судя по всему, ты нажрался где-то в городе, а потом заполз в яму и отрубился. Так, а ты не знаешь, где я мог? Не в яме точно. Спроси Ургрима. Пьянки это по его части. Блин, даже имя вспомнить не могу. Все, пора завязывать. И правильно, кто знает, вдруг ты в следующий раз вообще сдохнешь. А это мысль. Так, поболтаем, требуется 10, у меня 13. Итак, зима близко. Ага. Если у тебя тут не будет хижина, ты замерзешь насмерть. Именно истинно так, брат. Эй, Майснер, можно я у тебя немного поживу? Совсем того, нет уж, обойдешься, это мой отель, иди свой строй. Я что, похож на строителя, я даже не знаю, с чего начать. Слушай, ну зайди к Дракс, у него полно всяких инструментов, может поделиться. А строить можешь прямо здесь, рядом со мной. Никто против не будет. На яму в этом городе всем плевать, и слава богу. Так, все, понабирали мы, короче, уже заданий. Давайте смотреть, что у нас там есть интересного. Почему болит голова? Значит, посоветовался спросить Фургрима о пьянках, которые были неподалеку. И лагерь. Лагерь будем потом строить. Давайте найдем Фургрима этого. Ого. Далечего надо идти. Ну ничего. Время есть. Еще пока даже день. Сейчас пойдем его искать. О, еще ящичек. Взять все. Можно разжиться потом инструментами, как я понимаю, построить здесь свою халабуду. Забодяжить. Так, нам туда, походу. Прикольненько. Интересно, допрыгну? Вот просто так, ради интереса. Нет, не допрыгну. Смельчак. Грабитель помоек. Обязательно надо было качнуть был грабитель помоек, если бы я дальше играл в эту игру. А не была она так чисто ознакомительной. Подождите, лаги. Почему болит голова вот так? Надо же найти того хлопца, чтобы он нам все рассказал. Нам туда влево. Что тут на помоечке можно поискать? Грабитель помоек. По карте, конечно, еще пока трудно ориентироваться, но... Что это за... Баба... О, говорить. Что, бомжа раньше не видела, что ли? Отпереть просто. Ладно, то мы потом будем разбираться. Опять, почему оно перепрыгивает? А, то я нажимаю случайно, понятно. О, мадам? Нет. Ну ладно. Я думал сказать, так, мадам, подайте мне денежку. Пожалуйста. Вообще, как-то слишком резво хожу для бомжа. Так, полицейские нам не нужны. Я думаю, это не наши кореша. Я простой советский бомж, а не шпана. Эх, ребята, когда пьете вы вино, вы бутылку мне оставьте заодно. Просто куча хлама. Не надо мне тогда. Привет. Никто не хочет со мной говорить. Так, ну уже близко. Я думаю, надо... Или вот с этим побазарить. Бандит. О, в чем дело, братуха? Фу, блин, да ты нищий говнюк. Себе даже взять нечего. Пойду искать дальше. Фух, пронесло. Чуть не нарвался на пиздюлю. Но видите, как можно средь белого дня получить по башке. Так, что тут у нас? О, недопитый виски. Это нам точно пригодится. Сомнительная выпивка, хлам. Так, ну, по идее, я уже близко. Но я думаю, он находится где-то внизу. Тоже бандиты какие-то. Яблоко недоеденная сытость, можно потом докушать. А тут любопытная находка. Ага. Опа, попал. Неудача. Копание в помойках. Копание это странный сыр. Очень странный. Как будто потом можно будет
Здравствуйте. Как будто потом можно будет всунуть. Хлам, ничего интересного. Тоже хлам. Блин, один хлам. Вот тут можно? Пятачок. Пусто. Получить. Думаю, можно получить пятачок, разжиться немножко на денежку. Так, я хотел вниз спуститься. Открыть. Ага. Можно отдохнуть, поспать. Блин, он где-то уже здесь должен быть, а я его все равно не могу найти. Может, этот? Нет, это баба какая-то курит. О, путана. Эй, красавчик. Хочешь ли? Хочешь или так поглазеть пришел? Тупая шлюха. Войти. Странный тип Илона, ночной клуб. Ладно, где тут? Может, наш кореш где-то тут нас ждет. Ух ты, это тоже костер, да? Войти. О, вот и он. Так, чувак, ты здесь живешь? Ага, живу еще. Да ничего, просто ты вообще один, даже соседей нет. Ну, и я, мои дружки, сейчас в городе, а я тут сижу и сижу за костром. Ага, а спальник только один, или вы все в нем помещаетесь? Ну да, чё? Нет, чувак, они свое барахло собирают и прячут. У них там очень крутые понтовые спальники, которые нельзя оставлять без присмотра. За спальниками, блин. Так, короче, давайте сразу к делу. Колись выдумал. На том месте я бы свалил, пока они не вернулись. Спокойный чувак, мне проблемы не нужны. Угомонись. Кстати, как тебя звать? Не волнуйся, это твои шмотки я как раз не собираюсь. Не вздумай, имей в виду, я вооружен. Так, на всякий случай. Ургрим. Так меня зовут, друзья, протягивает руку. Через им такое. Ну, это еще из ролевой тусовки. Ага. Как Фулгрим, наверное, с Вархаммера. Так, понятно. Слышал о ролевиках? Вроде нет. Развелось тут всяких. Ролевики — это круто. Я там обычно был магом или вором. Классно, весело было, наверное. Ну да, блин, все бы отдал, чтобы туда вернуться. Эй, ты не знаешь, что тут рядом никаких не было пьянок? Если бы были, то меня не позвали. Извини, друг, без понятия. Ты не в курсе, кто может знать? Ну, сразу не скажу. Медведь тусовок не любит. Его сразу вычеркиваем. Спроси Тика. Тик — знакомое имя. А где мне найти медведя? Знаешь, здоровенный зеленый дом в Жишкове? Там еще скверик рядом. Вот там он и окопался. Ладно. Хорошо. Пойдем искать медведя, но уже потемнело. Уже потемнело. Надо, короче, идти, наверное, к Драксу. Или не идти к Драксу. Давайте, наверное, посмотрим, что у нас есть. Вот так, это что? Все разное. Расходные. Одежда, оружие. И укрытие, инвентарь. Параметры. Ваша общая жизненная сила, уменьшение этой характеристики ограничивает ваши возможности. Если же здоровье достиг нуля, вы умрете. Состояние. Порядок. Как справиться? Употребляйте определенные расходные материалы, спите в подходящих местах. Некоторые люди могут вас вылечить. Это здоровье. Энергия. Понятно. Сытость. Настроение. Не переведено. Тепло. Ну, это ясно. Старайтесь не мочить одежду, укрывайтесь под крышей от дождя и снега, сырость ускоряет замерзание. Опьянение, отравление, болезнь, естественная нужда. Не переведено, и запах тоже. Общение, попрошайство, торговля, кража, копание. Опа. Умение. Смотрите, как, насколько здесь серьезно, очень серьезно ребята заморочились. Дневник, задание, выборы. Там была заставка о том, что выбирают короля бомжей, и мы должны участвовать в этом. Чтобы, в общем, вы знаете, как в Варкрафте у плети всегда должен быть король. Здесь так же самое, у бомжей тоже всегда должен быть король. В общем, вот такая вот игра. Не знаю, прикольное. Такие смешанные чувства, но я думаю, попробовать стоит. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рости, это был канал Ролигейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч.